Начиная съемку финального видео, осталось у нас два блока и краткое подведение итогов. Блок номер 9, серийный номер его 8015. Первая карта в блоке, игра Стивен Диксон. Кубок Надежды, Динамо Рига, Екапс, Редбикс. Витязь, Максим Афиногенов. Автограф матча звезд, Константин Барулин. Шикарная карта, шикарное фото. Не часто такую карту коллекционную можно увидеть. Иван Хлынцев, Югра, автограф. Торпеда, Евгений Белохвостиков. Валерий Белов, Акбарс. Атрибуты игры Северсталь, Николас Андерсон. Авангард, Максим Гончаров. Атрибут Югры, Станислав Бочаров. Чемпионский перстень, Дмитрий Вишневский, Динамо Москва. Медвещак, Алан Летанг. Локомотив, Павел Красковский, автограф. СКА, Евгений Рясинский. Спартак, Евгений Кулик. Металлург Магнитогорск, Михаил Юньков. Майк Кинан, Металлург Магнитогорск опять же. Сибирь, Алексей Копейкин. Автомобилист, Алексей Симаков. Печатная плата, СКА, Александр Кучерявенко. Блэкплейт, СКА, Санкт-Петербург. Автограф Бориса, Павел Полуэктов. Богдан Киселевич, Северсталь. Сетка Динамо, Константин Горовиков. 2-2 по сеткам у нас. Если я не забыл, а это маска Игоря Шестеркина, Спартак. Ну и плавно переходим к последнему блоку. Блок номер 10, серийный номер 8020. Первая карта, динамовский автограф, уже забыла, что они в этой коллекции должны быть, в первом блоке попался и все. Но вот Алексей Цветков. Автограф Лев Иржи Секач. Кубок Надежды, Динамо Рига, Райтис Иванс. Металлург Магнитогорск, Тим Брент. Илья Каблуков. СКА Динар Хафизулин. Четвертый или пятый Хафизулин, по-моему, в этом кейсе. Слован Бранко Радивоевич. Евгений Кулик, дебютант, Спартак. Чемпионский перстень, Денис Масалев, Динамо Москва. Металлург Новокузнецк, Алексей Косауров. Илья Горохов, Локомотив. Атрибуты игры Борис, Дмитрий Уппер. Атрибуты игры СКА,
Виктор Тихонов. Локомотив Кёртис Сэнфорд. Автограф Авангарда Максим Казаков. Борис Евгений Блохин, автограф. Илья Ковальчук, СКА, матч звезд по серии. Клюшка Динамо, Константин Глазычев. Такой вот кусок клюшки, незамысловатый. 12 номер из 50, Константин Глазычев. А у Глазычева, по-моему, красивых кусков особо-то и не было клюшки. Металлург Магнитогорск, Оскар Осело. Клюшку отложим для подведения итогов. Все, что я видел, клюшек Глазычева, это, по-моему, самое живописное. Микаэль Телквист, Динамо Рига, автограф. Виталий Ситников представляет у нас Югру. Осталось 3 пакетика. СКА, Дмитрий Юдин, дебютанты. Подсерия матч звезд, Федор Малыхин, автомобилист. И последний пакетик. Это маска Магнитогорской Металлург, Александр Печурский. На этом со вскрытием все. Быстренько пробежимся по главным хитам этого брейка. Начнем с автографов подсерийных. Здесь мы видим Константина Барулина, Акбарс. Дениса Зарипова, Металлург, Магнитогорск. Кёртиса Фостера, Медвещак, представляющего. И Сергея Мазякина, также Металлург, Магнитогорск. Три автографа тренера. Это Петри Матикайнен, Авангард. Это Виталий Карамнов, Лев. И Ханну Йортика, Адмирал. Далее. Печатные платы. Печатные платы попались нам следующих игроков. Александр Кучерявенко, СКА. Юхан Баклунд, Витязь. Тони Мортенсон, опять же СКА. Якуб Штепанек, Северсталь, если не ошибаюсь. Да, так и есть. И Металлург Новокузнецк, Алексей Косауров. Также симпатичный борт попался. Егор Дугин, представляющий трактор. Часть эмблемы КХЛ, если я ничего не путаю. Тираж 10, напомню, всех бортов. Далее клюшки. Константин Глазычев, Динамо Москва. Николай Кулемин, Металлург, Магнитогорск. Александр Лазушин, Динамо Москва. Пол Щихура, Динамо Рига. Еще один рижанин, Джейми Джонсон. И в заключение главные хиты этого брейка. Традиционно шикарный и живописный логотип Амура, Юрий Кокшаров. Или как Шаров, так не узнала, как правильно ударение в его фамилии ставится. Но от этого карта менее красивой не становится. Далее еще один шикарнейший логотип. Сергей Плотников, Локомотив Ярославль. Ну и, наконец, украшение этого брейка. Первая буква фамилии Михаила Гробовского. ЦСКА. Два мира, одна игра. Первый номер из 9. Михаил Гробовский. На этом все. До встречи в следующих брейках.